технічні речі, про ініціювання проєкту. Я пам'ятаю, коли був такий законопроект, і все, що починається добре, закінчується погано. Що починається погано, закінчується ще гірше. І, власне, якщо ви вірите в те, що якщо почати проєкт правильно, то його можна правильно закінчувати, то, я думаю, для вас буде корисна наступна доповідь. Хочу запросити Сергія Коваляшка з темою «Розумне ініціювання проєкту». Наш папер проект пошел нормально, все проснулись, да? Все самого. Спасибо, что пришли сюда. Надеюсь, что другим докладчикам осталось что-то. Тоже. Так слышно? Нормально? А, да. Нормально? Слышно? Давайте начнем. У нас сегодня такая интересная тема — инициирование проекта. Вот, обычно инициирование правильно никто не делает. Вот, поэтому поговорим о том, как это сделать правильно, поговорим на конкретном опыте. Пару слов о себе. У меня опыта работы в IT с 1996 года. Работал разработчиком, немножко тестировщиком, админом. И с 2001 года работаю в области управления проектами, управления процессами и управления операционной деятельностью. Работаю CTO в компании Team International. Также есть свой такой маленький бизнес, да, хобби-бизнес IT-тюнинг, где я занимаюсь тренингами, докладами и так далее. Чем можно похвастаться в деятельности профессиональной, это тем, что принимал участие в внедрении третьего уровня CMMI в нашей компании. Ну, кто знает, это ценит, о чем это, да? Вот, есть сертификация PMP-шная, сертификация по информационной безопасности. Ну, хватит обо мне, давайте нашей теме. О чем мы поговорим? А поговорим о том, что такое инициирование, что это, зачем это нужно. Первое. Поговорим о том, что такое устав проекта. Устав проекта — это, в принципе, самый важный документ при инициировании. Но даже важнее, ну, для нас с вами, но даже важнее, чем контракт. Поговорим о процессе инициирования. Что это такое, как его внедрить, как он работает и так далее. И поговорим о репозитории документации. Подчеркиваю, что то, что я буду рассказывать, основано на реальной практике применения в реальной компании, вот там, где я работаю. Вот, то есть ничего, никаких там изысков из теории у меня нету. Есть только практика, которая была рекомендована хорошей теорией. Да? Немножко будет интерактива, поэтому готовьтесь, какие-то будут вопросы, ответы. Ну, во-первых, поговорим о том, когда это получается, инициирование проекта. Начинается процесс с момента, когда заказчик более-менее созрел и когда он уже готов с нами работать. То есть мы уже познакомились, мы понимаем, что он хочет, он, в принципе, готов на наши условия, готов платить деньги. Да? И заканчивается, когда мы подписываем контракт. Вопрос, только ли контракт, рассмотрим дальше. Как вы понимаете, тот момент времени, когда очень важно договориться с заказчиком о том, как мы работаем. Это тогда, когда убирается наибольшее количество проблем в будущем. Кто смотрел «Властелин колец»? Ага, нормально. Но кто не смотрел, ничего страшного. Посмотрите сейчас. Значит, это вот такой заборчик Мордор. Вот, это «Силы добра» такие приехали. Ну, это проектная команда, да? Вот. И мы такие приехали, ну, проект только начинается, только начинаем разговаривать о том, какой должен быть. Давайте поговорим о проекте. Они спрашивают заказчика, сейлов, которые продали, уже потирают руки, да? Вот. Ну и так далее. Вопрос к вам. Какие у вас были проблемы, когда вот начинается вот такое взаимодействие, когда еще ничего не работает, только-только вы начинаете с заказчиком общаться? Да, обещали то, что нельзя сделать, да? Нет четкой цели. Нет цели, да. Очень много неопределенности. Клиент думает, что ты идеально разбираешься в ее области. Клиент думает что? Что ты идеально разбираешься в ее области. И в бизнесе, да? Да. Ну да, тоже такое бывает. Что еще? Клиента не видит, он не знает, чего он хочет. Ну, обычно так он происходит. Клиента нет. Нет, нет. Что? Хочется честно, еще не А, клиента еще нет денег, нет идеи, но уже подписываем контракт. Да? Ну тоже нормально, тоже бывает. Все друг друга идеализируют и боятся разбить как бы эту картинку. Да, да. Есть конечный клиент. Может быть. Ну, примерно так.
То есть ваше ощущение в проекте вот такое, да? То есть как бы, ну, вот такие все инициативные, а вам такой вот навстречу. Хорошо. Обычно как пытаются такое задвинуть проектной команде, ну, потенциальной, да, либо же потенциальному PM. Вот. Говорят, что есть такой, ну, кто пытается задвинуть, это сейлы, ваш менеджмент, что есть новый интересный проект, да. Есть или будет отличная команда, специалисты во всех областях, все у тебя будет, все нормально. Вот. Есть новые технологии. Все отлично звучит, и вы такие все, конечно же, довольные, радостные и так далее. Вопрос такой, а что делать? Подчеркиваю красными буквами, вопрос что? То есть это та конечная цель, которая интересует. Да, то, что мы говорили, которая, в принципе, может еще не быть начальником. В принципе, то, что делать, как бы, то, что делать, обещает вам обсудить каким-то образом на кик-оффе, да? Вот он говорит, на кик-оффе все обсудим, не переживай, все будет хорошо. Вот, собирает, значит, кик-офф, еще более умные, там, дуют щеки, морщат лоб, вот, обсуждают кик-офф, что делать. Вот, отнеси-ка сюда колечко, малыш. Вот. То есть это то, что делать, да? Это результат, который ожидается. В принципе, понятно. Как бы понятно, что туда, ну ладно. Раз уж я пообещал, новый инструментарий, там новая хорошая команда, отнесем. Вот. То есть уже этот энтузиазм поубавился, как видно, да? Ну ничего. То есть, подчеркивая еще раз, вопрос что? Это спецификация, да? Это обсужденный результат, ну по идее обсужденный результат. Это протоколы совещаний, где вы фиксируете, по идее, что вы собираетесь делать. И важная переписка. Это те артефакты, которые важны. Это для понимания того, что делать. Да? Так, мы проговорили, что мы делаем. Начинаются потом проблемы. Бывают проблемы неприятные, вот, бывают непонятные, но кто его знает, да? Вот. Бывают страшные, бывают отвратительные проблемы. Но возникает у вас вопрос. Как это все преодолеть? То есть возникает уже вопрос «как?». Обращаю ваше внимание красными буквами, вопрос «как это преодолеть?». Как сделать так, чтобы этого не было? Вот. И на вопрос «как?» отвечает устав проекта. То есть устав – это, подчеркиваю, это правила игры на проекте. Это не то, это не спецификация ни в коем случае. Это правила игры, как мы взаимодействуем с заказчиком, как мы взаимодействуем внутри себя и так далее. Устав важен тем, что он решает проблемы до подписания контракта, то есть до начала проекта. Да? То есть он убирает максимальное количество проблем. Путем обсуждения, путем выяснения, как мы взаимодействуем, мы это фиксируем в уставе и потом работаем более-менее спокойно. По формату может быть отдельный документ, либо же могут быть эти пункты прописаны в контракте, ну, разными там, разделчиками, неважно. Главное, чтобы те вещи, которые в уставе должны быть, чтобы они в принципе были. И что важно, это формальный подписной документ между заказчиком и исполнителем, который имеет такую же силу, как и контракт. Это вот важно. То, что вы там договорились по телефону, а потом забыли, это ничего не значит. Это ничто. Важно то, есть, то, что вы договаривались о том, как вы работаете, ваше взаимодействие, чтобы это было зафиксировано подписями сторон. Понятно, да? Устав. Давайте посмотрим, из чего состоит, то есть какие там разделы могут быть. Я привожу пример нашего устава, ну, в нашей практике. Вот. Понятно, что описывается, зачем это все бизнес-кейс, да, то есть что мы делаем для заказчика. Вопрос к вам. Что бы там еще могло быть? Судя по пустому месту, там помещается пунктов 15 еще. Вот. Что бы вы еще писали сюда, ну, который отвечает на вопрос, как мы работаем? Да. Коммуникация, эскалация, да. План верхнеуровневый тайм-план, да, времени. Может быть, да. Полномочия, да, это могут быть, ну, в принципе, могут быть, могут не быть, в зависимости. И порядок внесения изменений в проект, если правильно. Да, как работает change-management, очень важно, да, хороший вопрос, да. Обмеження, за який проект не вийде. Что там? Обмеження, за який проект не вийде. Да, да, обмеження тоже можно. Це критерія. Да, критерія прийомки. Что еще? Бюджет. Ну, может быть здесь, может быть не здесь, да. А? Что еще важно, то, что мы забыли? Как мы работаем? Процессы, рабочие процессы, совершенно верно. Это обычно всегда выпускается. Давайте посмотрим.
Не буду все читать, повторюсь, это конкретные пункты конкретного устава проекта, которые есть и которые работают. Сейчас все не буду, обратите внимание только на что? На то, что есть, вы говорите правильно, структура коммуникации с классами, чтобы было понятно, кто кому чего должен. Да? Потом ссылки на документы, то есть на основании чего мы работаем, ну кроме самого по себе устава. Потому я и упоминал вначале, что делаем, да, спецификация, это важная переписка. Что важно, рабочий процесс, ответственность за их применение. То есть по чьим рабочим процессам мы работаем, и какие они. Мы делаем, допустим, тестирование, или мы его выбросили навсегда. Да? Там, делаем код-ревью или нет. Кто управляет проектом? Как работает change-management? То есть это все важные вопросы, которые нужно прописать. Ну и далее там... Кто отвечает за расходы, ну такие как, допустим, покупка оборудования, командировки и так далее. Ну, чтобы споров потом не было. Вот. Структура команды, рабочее время, ну такие подобные вещи. А что вы можете сделать? Вы можете, в принципе, это за основу взять, вы можете там как-то добавить, убавить, поменять немножко содержание. Но факт такой, что это вот такой, ну, в нашем случае наиболее оптимальный состав пункта устава проекта. Это то, что я показываю, это фрагменты, шаблоны нашего устава проекта. Весь не могу, понятно, показать, показываю только кусочек. Вот. То есть ПМ, который делает устав проекта для потенциального заказчика, он берет шаблон, и у него тут написано вот сереньким подсказка, что это может быть, что там написать в этом разделе. Вот здесь, допустим, раздел 13 «Рабочее время». То есть написано, что мы работаем там Харьков, Украина, такой-то там зона такая-то, вот, такое-то рабочее время, список праздников украинских, да? То есть, чтобы было понятно, почему 8 марта никто не отвечает, чтобы не было вопросов. А если, допустим, несколько локаций, то лучше писать праздники каждой локации, время каждой локации, чтобы было понятно часы взаимодействия. Второй фрагмент, это вот то, что я говорил, рабочие процессы, стандартный инструментарий. Прописывается максимально подробно, ну, вот так, чтобы было понятно, в нашем случае занимает до одной страницы, какие рабочие процессы применяются, ну, буквально там пару фраз, там, допустим, там, управление проектом, управление рисками, то есть отвечает за применение такой-то, такая-то сторона, работает так-то, вот. Там, допустим, там, тестирование, там, работает так, отвечает такая-то сторона, ну, и так далее. То есть по каждому пиенскому процессу и по каждому инженерному процессу нужно написать, то, что отвечает, как оно работает. Что важно, посмотрите, вот, если вам не видно, я прочитаю. Вот последняя фраза о чем? О том, что если мы договорились, что мы работаем под каким-то рабочим процессом, и вдруг почему-то мы хотим выбросить какой-то процесс, например, там тестирование или код-ревью, ну, надо почему-то выбросить, чтобы быстрее было это далее, да? Мешают они нам. Вот, тогда должно быть формальное, ну, хотя бы, ну, в принципе, e-mail, это уже формальный способ коммуникации, да? E-mail, что я такой-то заказчик, прошу вас, ну я мутрирую примерно так, выбросить код ревью на такой-то период времени, потому что я понимаю последствия, претензий не будет. Вот это вот важно. Вот. Потому что бывает заказчик выбрасывает тестирование, а потом претензии там предъявляет. Потом бесплатно работает. Бывает такое? Бывает. Вот, это примеры, что может быть в уставе, как это описывается именно в шаблоне. Теперь перейдем к процессу инициирования проекта. Как это работает? Это наш пример такой упрощенный. В принципе, он везде одинаковый на самом деле. Сначала должна быть авторизация инициирования, то есть чтобы кто-нибудь, кто компания имеет право запускать процесс инициирования, сказал, да, вот есть информация от заказчика, ее хватает, ты бери эту информацию, готов там устав проекта, пропозал, эстимейт и так далее. Да, вот это вот авторизация. Значит, это ответственные, то, что я говорю, ну, обычно это ПМ отвечает с каким-то специалистом, отвечает за подготовку устава, пропозала, там, эстимейтов и так далее. Feasibility study, то есть можем или не можем сделать, ну, смотря как, это может быть формально, может быть неформально. У нас это неформально. То есть, если можем сделать, просто сразу готовим документацию всю. Если не можем, говорим, не можем потому-то и потому, чтобы смочь, предлагаю вот это. Ну, в e-mail этого хватает, в принципе. Вот. Далее готовится ROM, это Rough Order of Magnitude, это грубый estimate, это грубый estimate как по человеко-часам, так по дням, по предложению архитектурному какому-то, по составу команды. То есть это грубый пропозал на самом деле. Вот. И устав.
Ну, estimate может быть, может не быть, потому что если это чистый устафинг, то там его может и не быть, правильно? Устав готовится в любом случае, и потом, что важно, вот такая презентация, это все внутри. Это ревью. То есть PM, который написал документы эти, дает на ревью внутри компании посмотреть другому специалисту, насколько хорош его устав. Ну, вот у нас это я там голова по-моему. То есть я смотрю этот устав, вот, и там обычно какие-то комментарии возникают, обычно там поправляем немножко. Вот, то есть фишка в том, что оно потом выходит более реалистичным, более правильным заказчиком. То есть только после этого правильным заказчиком. Ну, одновременно там сейлы, или там кто там занимается контрактом, готовят контракт. Они там тоже у себя, там, в нашем случае это сейлы и CFO, они там готовят контракт, с собой разговаривают, там, его там корректируют каким-то образом. И в конечном итоге это все заказчику тоже уходит. То есть заказчику уходит хорошего качества документы. Контракт и как минимум устав. Да, вот такой процесс, кажется. Понятно? Все просто? Да. Обычно, если заказчика все есть, это ну, не больше, чем пару дней, и то, это не два человека дня, это, ну, это время, пару дней. Вот. То есть обычно хватает, допустим, ПМ и один-два специалиста, технаря, они успевают за пару дней приготовить. Хороший вопрос, потому что когда мы пытались это все внедрить, ну, грубо говоря, продать идею инициирования проекта правильного нашему менеджменту, нашим селам, вот у них был вопрос, сколько это будет занимать. То есть им важно быстро реагировать на заказчика. Вот. То есть, в принципе, занимает пару дней, это нормально. Вот. Да. Распространяется ли чем-нибудь? Ну, в принципе, да. Если заказчик, допустим, посмотрел, что-то не понравилось, он может сказать, хочу там по-другому, нормально. То есть мы меняем. В середине проекта? А? В середине проекта? В середине просто... нет. Ну, такого просто не было еще опыта. Ну, в принципе, да, можно менять, конечно. Заказчик покупает все лицензии для проекта. Потом заказчик говорит, не, ну хорошо, для продакшена я лицензии куплю, а для девелопера человек не покупать. Ну, тогда меняется. Просто обычно, почему ваш пример, у нас, допустим, компания предоставляет необходимое ПО сама за свой счет. Ну, то, которое как бы там. Вот нечего там Visual Studio, понятно, да, там, живи все там, что там у них есть. Для тестовой лаборатории там. Да, да, да. Обычно это все оговаривается в начале. Максимально. Ну, то есть изменения вообще в принципе. Ну, в принципе, могут быть. Могут быть, да, конечно. Зачастую я в условиях не всегда есть полная информация, входящая на создание устава проекта. Вот зачастую, например, как устав делать уже после написания контракта. Да, такое бывает. В этом случае хороший вопрос. У нас были такие прецеденты, когда читаешь, вот я делаю ревью этого устава, смотрю, там не хватает 5 пунктов, вообще нет. То есть возникает вопрос, что такое? Где они делись? Вот. Мы договорились, что мы эти пункты не выбрасываем, а так и пишем, что TBD, там, ну, там, или будем знать тогда, отвечает тот-то. Ну, вот так пишется. Ну, бывает такое, на самом деле, что некоторые вещи неизвестны. Вот так как бы честно и пишем. А? Это... Ну, в среднем 3 страницы, немного совершенно. Кто отвечает за авторизацию проекта? Какая должность спросить? Ну, в нашем случае это директор of operations, то есть это как бы главный по operations, ну, в Харькове, допустим, да, вот у нас. То есть ему презентуется... Да, то есть ему сейлы говорят, что вот мы думаем, что мы готовы уже начинать. Вот, он смотрит на это и говорит, ну хорошо, давайте, или не давайте. Немножко не тема нашего того самого, ну, доклада моего, я прошу прощения, но вот в Роме, ну, коротко отвечу, вот, что я нажал. Ага, все хорошо. Вот, в этом вот ROM, там допускается плюс-минус процентов 50 возвешка. Ну, грубо стимает, там нормально. Да, да, конечно. Я прошу прощения, можно я пойду дальше, а потом, если будет время, мы тут поговорим. А как это смотрится процесс ну, на самом деле? Есть корпоративный портал, в котором хранятся в том числе и процессы, по которым мы работаем.
Вот процесс инициирования проекта. Это реальный документ, который описывает, как мы работаем по инициированию проекта. Вот он есть. Тут же к нему предлагается, обратите внимание, седьмая версия. Это живой документ, который меняется в зависимости от пожеланий пользователей. Да, то есть сейлов, там, PM, которые работают с ним. К нему прилагаются также шаблоны, то, что я говорил, справа, там, RM и так далее. То есть у PM есть инструментарий полностью, как это работает, с этим работает. Это фотография распечатки шагов инициирования проекта. В этом вот процессе есть такая табличка, ну это, грубо говоря, там две странички получаются распечатки. По шагам, вот авторизация, нет, точнее, это информация от сейла, вот авторизация пошла, вот создание папочки с документацией, вот пошел сбор информации от заказчика. Да? То есть примерно первый год мы распечатывали эти шаги, где было понятно, что делается. Второй столбик – это конкретные артефакты, которые должны быть произведены на каждом шаге. А кто отвечает, вот тут у нас по аббревиатурам, и реальная подпись человека. То есть мы собирались там каждую неделю, собираемся, садимся там и по каждому потенциальному проекту проговариваем, какой статус, что мы там сделали, что не сделали. Вот, и каждый ответственный расписывается, реально расписывается в этом шаге. Вот. Почему так сделали? Для того, чтобы было проще как бы привыкнуть к процессу и чтобы было ощущение ответственности у людей. Да? То есть, когда он где-нибудь там находится на портале, это так, вроде бы ни о чем. Когда тебе под нос суют бумажку, вот, это же немножко другое. Вот. Но, в принципе, мы такое сейчас не делаем, но такое первый год делали. Но я думаю, что помогло. По репозиторию. В нашем случае репозиторий – это корпоративный портал. Ну, у нас там SharePoint, да, вот он, на его основе. Создается репозиторий, там папочка под каждый потенциальный проект. Вот, там хранятся спецификации, устав, там ROM, пропозал и так далее. Также хранится важная переписка, протоколы совещания, то, что реально нужно, полезно будет сейчас и потом для проекта. Должен быть ответственный, это же из области configuration management, отвечает в нашем случае SAIL. То есть потому что при инициировании в основном SAIL отвечает за всю коммуникацию с заказчиком, за подготовку документов там разных, вот, за то, чтобы это все произошло. Вот, то есть он отвечает, в каком смысле заполняет этот репозиторий. Права доступа, понятно, чтобы тем, кому нужно, права были, тем, кому нужно, права не было. Заполняем своевременно. А как это смотрится на самом деле, в реальности? Да? Тот же самый портал корпоративный, это вот папочки по каждому потенциальному проекту. Вот. В каждой папочке получается что? Хранится уже совершенно конкретные версии там, NDA, там, ROM, вот, SOW, это в нашем случае это устав. Вот. Всякая важная переписка. То есть любой человек, который потом или сейчас работает с этим потенциальным заказчиком, заходя сюда, понимает, что актуально. И тут мусора никакого нет, тут только актуальная документация. Почему важно так? Потому что инициирование может быть сейчас, а реально проект пойдет через, допустим, там, полгода. Такое тоже может быть. Поэтому там может быть совершенно другой ПМ, может быть совершенно другие люди. Заходя сюда, они имеют информацию совершенно полноценную, актуальную по этому проекту. То есть, говоря о том, про это время инициирования проекта, да, что поменялось за время доклада, получается, да, что мы в конечном итоге подписываем, когда уже мы договорились, не только контракт, а как минимум еще и устав проекта. Да, то есть устав проекта, еще раз подчеркиваю, это подписной документ совершенно формальный, который описывает, как мы работаем, наше взаимодействие с заказчиком. Вот. Но если есть спецификации, бывают они есть, бывают их нет, ну, если есть, то хорошо бы хотя бы что-нибудь узнать, что мы делаем. Да? То есть контракт, общие условия, устав, как мы работаем, как мы взаимодействуем, и спецификации, что мы делаем. Подводя итоги, если вам интересно в своей компании заняться инициированием проекта, нормальным инициированием проекта, да, вот, во-первых, подумайте о процессе. Должен быть описан процесс инициирования проекта в виде конкретного документа. На первых этапах можете нарисовать его на доске, просто там на whiteboard, квадратиками и стрелочками, хотя бы так.
Либо же по шагам расписать, как я вот показывал, там распечатка у нас там есть, вот, хотя бы так сделайте, чтобы мы максимально простым. Вот. Кто-нибудь один, у которого есть авторитет в компании, должен отвечать за то, чтобы этот процесс внедрился. Да, вот, на кого-нибудь это назначить, кому-нибудь такую важную миссию. То есть не какую-нибудь там девочку джуниор PM, а какого-нибудь серьезного мальчика, там, или серьезную девочку, у которых есть опыт. Хорошо. Да? Вот. Спецификации понятно, делаем. Устав проекта тоже пишем. То есть, подчеркиваю, вам нужно о чем, на что обратить внимание. Должен быть процесс описанный, люди должны быть обучены, должно быть внедрение нормальное происходить с контролем. Должен быть устав проекта быть как результат основной, инициирование проекта. Вот. Ну и репозиторий тоже сделайте, потому что репозиторий хранит артефакт инициирования проекта. То есть это то, что показывает, что вы таки работаете. Да? Заходите в репозиторию, там ничего нет. Чем занимались, непонятно. Вот. Поняли, да? То есть работа по инициированию, она такая, ну, фактическая, должна быть конкретный результат работы. В принципе, все. Спасибо за внимание. Вот. Какие-то если вопросы, у нас есть время, может быть, там пару минут, да? Можно. Нет, не дублируется. Контракт MSA, он такой общий, компания такая, с компанией какой-то работают, там долго и счастье и так далее. Можно пытание до аудитории? Поднимите руку, кто використовывает устав на всяком уровне? Это называется про чартер. Ну, устав, чартер, одно и то же. Ну, нормально, в принципе, неплохо уже, я думаю, хуже будет. Да. Таких не было вычислить. Нет, абсолютно. Потому что когда все нормально, я буду делать то, что ты читаешь, ты понимаешь на полчаса. Спасибо.